Кто-то находится внутри. О, черт! 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 А! Судороги! А! Черт! А! Черт, эта вода проклята! Всем привет, ребята! С вами снова я, Королева Мистики. А это значит, что сейчас будет очень страшное видео. Друзья, вы видите в моих руках огромную коллекцию поп-итов. А какая коллекция у вас? Делайте фото и отмечайте меня в моем инстаграм. _ Ирина Ясинская. А также со мной снимается моя собака Лаки и мой парень Дима. Всем привет. Ребята, я хотела вам с вами поделиться одной очень крутой фишечкой. Вы знали, что бывают симбл-димбл, спиннер. И у меня есть их целых два, ребята. Посмотрите. Это очень крутая игрушка. А также у меня есть поп-ит, который на солнце меняет цвет. Знали ли вы о таких поп-итах? Пишите прямо сейчас вниже в комментариях, друзья. А сейчас 3 ваших самых топовых комментария. Спасибо, что пишете мне. Очень приятно, друзья. Погнали. 1, 2 и 3. Чем больше комментариев вы пишете внизу, тем выше вероятность того, что именно ты попадешь в мое видео. А сегодня, друзья, я заказала на сайте Darknet. И сейчас уже пойду обмениваться денежками того, за кого вы голосовали. Да, ребята, это Ну Погоди Экзе. А именно, волк из Ну Погоди. Ребята, я понятия не имею, что будет, но в последний раз, когда мы заказывали смурфика Экзе, у нас был какой-то мини-квест, и было достаточно интересно, друзья. Если вам нравится, давайте на этом видео наберем 5000 лайков. Ну, а мы пойдем делать обмен. Кстати, ребята, очень важно, я хотела сказать такую вещь, что я знаю, что появился поп-ит человек. Представляете, ребята, это человек, и вместо лица у которого пупырки. Мне кажется, это звучит и выглядит наверняка достаточно стрёмно. Если вы хотите, чтобы я призвала этого поп-ит человека, то напишите, пожалуйста, в сообществе, в котором я проведу голосование. Прямо сейчас, кстати говоря, есть на канале вкладка «Сообщество», и там я спрашиваю вас, какое видео снять. Поп-ит человек или, например, разрезать пятачка из Винни-Пуха Экзе, или посмотреть проклятый мультик про паровозика Экзе. Тот самый паровозик Томас, у которого вырастает просто огроменная шея, ну, вместо того, ну, лица, которое у него такое дружелюбное. На самом деле этот паровозик Томас не такой уж и дружелюбный. В общем, жуть. Кстати говоря, друзья, еще можно посмотреть серии, 2 проклятых серии про Лапка Экзе. Короче, куча всего интересного, ребята. Но сегодня у нас Ну Погоди Экзе, а именно волк, за которого вы голосовали в сообществе. И я оставляю здесь конверт с деньгами и жду, когда мне на телефон придет оповещение того, что посылка доставлена. А мы ждем. Итак, друзья, прямо сейчас поступила смс. Господи, паутина. Блин, я ненавижу паутину. А вы, кстати, встречали когда-нибудь такую паутину? А на паутине, знаете, такое, как типа, как плевок, короче говоря. Это липкая такая смесь, в которую попадают маленькие жучки, паучки, и больше уже даже не могут от нее отлепиться. Просто я прямо сейчас так и попал. Короче говоря, наша посылка доставлена, друзья, и мы прямо сейчас идем за ней. Лаки что-то чует. Лаки, что ты нашла? Она, видимо, чует следы человека, который был здесь. Она очень-очень хорошо реагирует на чужие следы других людей. И она их обнюхивает тщательно. Да, Лаки? Видимо, она не учула ничего подозрительного, потому что, ну, что-то она следы какие-то чует. Блин, я не поняла. Ребят, конверт как был, так и лежит на месте. Что за фигня? Что за фигня? А где мои деньги? Они забрали деньги, ребята. И оставили какую-то записку здесь, прямо на конверте. Ребята, походу, квест уже начался. И мне не стыдно сказать, что это реально, ребята, мистический квест вместе с Ну Погоди Экзе. Так, ладно, ребята, давайте читать, что же нам тут за задание задали. Много меня, пропал бы мир. Мало меня, пропал бы мир. Ответ. Блин, офигеть.
У них с каждым разом все сложнее и сложнее загадки. Так, ладно, надо подумать. Много меня пропал бы мир, мало меня пропал бы что мир. Что это может быть? Я не знаю, думай, Дим. Ребята, вы тоже думаете, что бы это могло быть, и пишите свои ответы прямо сейчас в комментариях. Те, кто один из первых ответит правильно, я буду ставить лайки этим людям. Много меня пропал бы мир, мало меня пропал бы мир. И, кстати говоря, ответ должен быть таким, друзья, чтобы эта посылка, этот волк из «Ну, погоди, экзе» должен быть спрятан в этом месте. Много, я не знаю, вот смотри, ну, много листвы, например, да, чего рядом много. Лаки, давай помогай, чего много, Лаки, чего много листьев, тебе твоих любимых листьев, да? Тебе листья нравятся. Но из-за них бы как бы мир бы не пропал, было бы много. А если бы их было мало, бы мир что бы пропал бы, что ли? На что это может быть похоже на свет? Слушай, на мне. Я догадалась! Ребята, мне кажется, что это вода. Вы представляете, совсем недавно в наших вот в России, в наших всех городах, где рядом море, просто произошло затопление. Соответственно, когда много воды, все потонет, весь мир утонет. А когда мало воды, все люди умрут, потому что человек на 89% состоит из воды. Вы знали об этом? Мне кажется, вернее, мне не кажется, я уверена. Много меня пропал бы мир, мало меня пропал бы мир. Друзья, это вода. Я надеюсь, что вы тоже догадались. И я обязательно поставлю лайки под вашими комментариями, друзья. У нас здесь есть одна лишь вода. Это наш маленький мини-бассейн, друзья. И знаете, случилась очень странная вещь. У нас, ну, грубо говоря, всегда он был прозрачный, такой чистый, классный бассейн. А сегодня, именно когда я решила снимать это видео, вода потемнела, стала зеленой, как в болоте. Я не знаю, связано ли это, ну, с каким-то проклятием, возможно, потому что она реально всегда была прозрачной и чистой, и мы купались там вместе с Димой и Алисой. Кстати, кто не знает, у меня есть дети. Дима и Алиса, у них есть свой канал. У Алисы есть свой игровой канал, который называется «Алиса Семья». И у них вместе есть общий канал, который называется «Сладкая Алиса». И Дима, ну там на английском, друзья, все каналы вы найдете или ниже в описании под каждым видео, или во вкладке о каналах. Подписывайтесь также на мой канал Ирина Страшилки, где я рассказываю страшные истории, друзья. Так что я вас всех жду. И на канале Есинская Пэтс, где есть Лаки, мой кролик Лайк и моя кошка Кнопка. Так, ладно, ребята, сейчас мы подходим к нашему бассейну и будем там искать волка, ну погоди, Экзе, я надеюсь, что он будет где-то здесь. Вы видите, какая вода? Черт, ничего вода не видно. Просто вся зеленая. И мне, походу, придется туда залезть, потому что я так ничего не вижу. Ребята, аккуратно. Слушайте, а что аккуратно? Давайте бомбанем бомбочкой, чтобы был такой экшен, экшен-контент. Я надеюсь, что я не упаду и не сломаю себе ноги. Раз, два, три. Черт, ладно, пора. Судороги. Черт, черт, это вода проклята. Черт, что происходит? Вода проклята. Ирина, Ирина, Ирина. Стой. Ты нашла что-то? Я нашла. Смотри. Ребята, волк Экзе был привязан камнем к моему бассейну. А я думаю, почему эта вода стала такой проклятой, стала зеленой. Черт, это все из-за того, что я заказала эту посылку, ведь я заказала ее вчера. И, видимо, со вчерашнего дня волк Экзе, волк-утопленник, лежал в этом проклятом бассейне. О, черт, ребята, это жутко страшно, друзья. Но хорошо, что мы нашли эту посылку. И это не просто игрушка. Это волк, который, ребята, привязал себя камнем и утопился. По-моему, это звучит очень жутко и страшно. Сейчас мы попробуем оживить этого волка и спросить, зачем он это сделал с собой. А после чего обязательно разрежем его и достанем все артефакты, которые находятся внутри этой проклятой игрушки, друзья. И для того, чтобы завершить обряд, мы обязательно обольем его проклятой дарнетской кровью. Так что, друзья, погнали, впереди все самое интересное. Так, ребята, с этим проклятым волком мы будем связываться при помощи нашей доски Уиджи. Доска для вызова духов. Кровь Даркнет уже приготовлена. Кстати, можно прямо сейчас набрать шприц, чтобы потом не было поздно.
Отлично. Все. Подожди, а волк, он самый опасный герой, который вообще бывает. Он вообще в принципе, это самый отрицательный герой из мультфильма «Ну, погоди», «Экзе» и вообще «Ну, погоди». Кстати, я нащупываю уже много в нем предметы. Посмотрите, у него как будто бы свернута шея. Он выглядит отвратительно. Действительно, вот просто как не игрушка, а какой-то мертвый мини-игрушечный волк. Мне даже его как-то жаль, ребята. Но я здесь что-то нащупываю. Какая-то здесь... Короче, куча здесь, друзья, каких-то артефактов внутри. По-любому сейчас должно у нас получиться. Ладно, давайте его хотя бы посадим, чтобы он выглядел более-менее живым. Поставим ему камень. Так, ладно, хорошо. Теперь планшетка. Это была моя планшетка. Вот, нашла, ребят. Отлично. Жутковато. Ладно. Волк Экзе из «Ну, погоди», приди в этот мир и расскажи. Волк Экзе из «Ну, погоди», приди в этот мир и расскажи. Волк Экзе, «Ну, погоди», приди в этот мир и... Волк Экзе, приди в этот мир и расскажи. Дим, мне кажется, он голову повернул. Что тут двигается? Ребят, реально, он повернул голову. Мне кажется, что он сидел вот так, а потом резко он повернул голову. Ладно, давайте попробуем. Сейчас я оставлю голову прямо, попробуем связаться. Я надеюсь, что у нас получилось его призвать, ребята. Волк из «Ну, погоди, Экзе», ответь, ты здесь? Черт! Ребята, он опять повернул голову. Так, хорошо. Кладем ее обратно. Скажи. Вы видели это? Черт. Волк Экзе, скажи, ты сам себя утопил? Он каждый раз, когда говорит, поворачивает голову, ребята. Блин. Мне надо это как-то заснять, короче, на камеру. Слушай, давай, Дим, я вот так вот положу, наведи на него камеру, а я буду задавать вопрос. Понял? Понял. Волк Экзе, скажи мне, пожалуйста, кто тебя утопил? Черт. Дим! Дима, тихо, он что-то пишет. О май Гзе. Заяц! Его утопил заяц! Короче говоря, в этом Экзе-мультфильме все наоборот. Заяц плохой, а волк хороший, ребята. Мы все, что хотели, узнали. Мне кажется, пора освободить этого волка от камня. Блин, заяц из «Ну, погоди», утопил волка. Может быть, тогда стоит заказать зайца Экзе и узнать всю правду об этой проклятой игрушке, об этой проклятой серии, друзья. А прямо сейчас мы разрежем этого волка и отпустим его. Волк Экзе покинет этот мир. Волк Экзе покинет этот мир. Волк Экзе покинет этот мир. Прощай. Черт! Ребята, я не знаю. Срочно, кали. Черт! Скорее, шприц! Давай. Убирайся в проклятый мир! Черт! А! Скорее, нужно его разрезать. Черт! Волк Экзе! Нужно достать то, что я там нащупала. Куча проклятого. Так, вот это что? Это какое-то послание или датчик. Друзья, это какое-то послание. Что-то должно быть внутри. Обычно, когда я открываю, что-то находится внутри. А-а-а, ребята, это просто жесть. Внутри этой штуки просто детское лицо. Детское лицо, Дима. Сделай так, чтобы ребята увидели. Сфокусируй. Попробуй сфокусировать. Черт, вы видите это, ребята? Здесь как будто бы кто-то следил за нами, проклятый ребенок. Возможно, волк
поедал маленьких игрушечных детей. И заяц решил его утопить. Нам ничего не известно. Слушайте, ребята, я не знаю. Больше тут, по крайней мере, ничего нет. Волк пуст. И больше мы ничего не узнаем, потому что я избавился от этой проклятой игрушки. Но у нас есть вариант еще спросить, что случилось у зайца из «Ну, погоди». Так что, друзья, пишите, стоит ли продолжать эту историю. А с вами была я, королева мистики. Всем желаю счастья и добра. Пока!